Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Небесное послание на 23 мая. Многомерное исцеление. Готовы ли вы отречься от всех страхов и тревог, которые не служат никакой полезной цели в вашей жизни? Если да, то исцеление возможно для вас прямо сейчас. Милость любви способна исправить прошлое, настоящее и будущее. Инициируйте целительный процесс в своей жизни при помощи молитв. Поговорите с ангелами, попросите их о помощи. Внутри вас есть тайное пламя, которое может разгораться по вашему приказу. Разожгите его сейчас. Если вы проявите веру и доверие, ангелы вам помогут. В это самое мгновение вы наполняетесь целебным светом. Примите его и не сомневайтесь в нем. Если вы не можете удержаться от слез, пусть они текут, ибо это тоже часть целительного процесса. Совет. Не забывайте то, что является самым драгоценным в вашей жизни. Это все находится внутри вас. И в течение всего дня повторяйте такие слова. С каждым днем мне во всех отношениях становится все лучше и лучше. Вот 7 раз повторите эти слова и увидите, как вы внутренне будете меняться.